сейчас намечаем линию горизонта. Вы простым карандашиком, я буду рисовать красками для того, чтобы вам было хорошо видно. Мы с вами намечаем. Участники летнего пленэра на Лазутинке под руководством профессионального художника старательно делают наброски одинокого парусника в море. Но главное – это краски. Несколько основных цветов на палитре в руках художников-любителей превращаются в десятки оттенков. В этой работе мне очень нравится то, что здесь очень много оттенков. То есть здесь работа несложная по рисунку, но очень интересная будет по цвету. И у каждого получится что-то свое. Это закатное небо с отражениями, с волнами, с облаками. Поэтому здесь у нас сегодня упор сделан именно на работу с цветом. Уже не первый раз в пленэрах Анжелики Ермак участвует Надежда. Творчество ее успокаивает, и преподаватель нравится. В простой и понятной мягкой манере помогает начинающим художникам постигать азы мастерства. В прошлый раз Надежда рисовала подсолнух, который теперь в новой рамке радует глаз дома. Морская тема тоже оказалась интересной. Хорошее дело, очень спасибо большое. Нам очень нравится, и то, что это вот доступно нам, в общем-то, посредством. И близко, ну, замечательно. И погода, и на природе, вообще все классно. Сегодня Надежда привела с собой внуков. 5-летняя Настя с удовольствием творит. Особенно девочке нравится смешивать краски, но закатное небо ей тоже удается. 10-летний Кирилл уже бывал на пленэрах. Он не ходит в художественную школу, но рисовать и узнавать новые цвета очень любит. Мне очень нравится рисовать. А чем тебе нравится? Получаются очень красивые картины, потом на них любуешься, радуешься, что ты можешь так красиво рисовать. В группе около 20 человек. Большинство – дети, но есть и взрослые, и не только сопровождающие малышей. Художники всегда рисуют гуашью. Краска практичная и удобная, быстро сохнет и хорошо отстирывается. Принять участие в пленэрах могут все желающие. Все материалы бесплатно предоставят организаторы. Главное – предварительно записаться. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».